вот этих не нужно. Да, а все, кто не милиция, это враг. Ну, у нас во всех городах по одному кидали, а тут толком. Вот все, отец. Так и по-нормальному. Давай, выходи! Что это такое? Иди сейчас отойди. Класс, убери. А ты первого мата нам взять. Вон! Вот сюда, пожалуйста. Вот сюда. А ты Лёша на трансляции? Не, я не пропустил. Заходим, пацаны, заходим. Приказ, связачок, заходим. Так, заходим. Так, он не скажет. Давай сюда. У меня профессия не позволяет, у меня камера снимает, а мне не потому что профессиональный. Вы заметили? Дело где? Дело сейчас будет. Я поеду.
Я не знаю. А кто же у него мэр? Сколько у тебя куртка стоит? Я тоже не знаю. Разрешите. Ребята, разрешите. Прошу прощения. Пейса. Очень нужно. Спасибо, Дюси. Коридор белый. Коридор. Ребята, не бить. Давай. Сейчас тетушки пойдут. Быстро сюда, 20 человек построили. Быстро! Построили сюда, бегом, мужики. Тетушки пытаются прорваться сейчас. Построили сюда, пожалуйста. Где пустая? Бегом, что вы стали? Вот сюда, вот, вот это. Вот там тетушки. Собак не толкать, ребят. Что там, тетушки толкают? Да. Женя! Гений! Включи базу! В шлемах милиция, и вот же милиция тоже проходит. Не, милиция, там. Я понимаю, но это... А вы с ним переговоры вели? Потом лечь, да, да. Ага. Да, как только он ляжет, я присяду, и ты как раз ему микрофон сунешь. Да, в этом. Он будет лежать. Вы интервью хотите у него взять? Да. Прямо вот и ничего. Видишь, мы про кого вратимся. Вот! В прокуратуре заявление по поводу незаконных действий милиции принято. О! Засчитывать не надо, или потом интернете заявление. Слушай, дальше! Ваня, приняли в шоу. Давай, пошли. Давай, Все,
сюда. Где ты был? Ребята, я тут! Сран, отходи! Смотри, смотри! Едет в открепление. Волосы будут лучше. Да, кстати. Давай. Ой, зеленка, да, петушка в зеленке. Идите сюда! Гандоны, блин! Зеленые человечки, блядь! Что там вы это делаете на Украине? Что вы на Украине делаете? Валите отсюда нахер! Нас такое не трогать, не смазать. Не, давайте не опускаться, блядь, за это. Не трогайте никого. Не трогайте, никого останем. И, блядь, не останем. Значит, останем. Я сказал, блядь, я уебу отсюда. Не трогайте. Не трогайте, О, слава, получил зеленки. Ребятки, ребятки, осторожно. Хорош! Смотри, что ты узнаешь. Все, ну перестань, ну хватит эти, блядь, за рыбом уложить. Они опять лезут туда. Хватит, хватит, хватит. Не-не-не. Коридор!
Хорошо, давайте вывезти его. А уйдет. Он не так далеко. Вот это что за церковь? Ну, все церковь, хай вот разбирается. А он не разбирается. Разберет. Он нам мешает разобраться. Что там? А не надо с ними разбираться. Что, какое решение? Давай, тихо теснили все, чтобы здесь уже не было. Они тут и были. Откуда их понадобится? Муниципальная оборона. А что там решают? Выпускайте, хай уходит. Ну, блядь, ну просто с ним тогда поговорите, все. Милиция коридор сделает. И все, без проблем. Все, блядь. Все, а милиция коридор к мусорке дает или нет? Подожди, там решают за округ. Кто решает? Милиция станет, все будет нормально. Должен, блядь, вас грабить, как и нас. Вот это ты.